Механизмы распределения социальной помощи обсуждали сегодня на специальном совещании, которое провел Дмитрий Медведев. В частности, речь шла об изменениях в законодательстве, которое касается этой сферы. Премьер подчеркнул, что к решению вопросов необходимо подходить взвешенно. В первую очередь, по его словам, соцподдержка обязательно должна быть адресной. Сейчас, как отметил глава правительства, бывают случаи, когда помощь не доходит до людей, которые в ней остро нуждаются. Медведев отметил, что значительная часть выделяемых регионам денег должна направляться на социальные нужды. Мы продолжим оказывать финансовую помощь регионам в виде дотаций на сбалансированность региональных бюджетов. Эти дотации должны быть использованы в том числе на компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. На тот случай, если с исполнением расходных обязательств возникнут проблемы, а в общем и целом мы предполагаем, что они могут быть, предусмотрено предоставление бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации на сумму до 140 миллиардов рублей.